Я приветствую каждого, кто сегодня вечером с нами. Здравствуйте. Всем тоже говорю добрый вечер и приветствую тебя. Добрый вечер. Ну вот точно так же, как сейчас началась наша программа, точно так же сейчас звучат позывные фестиваля, о котором, безусловно, ну, каждый, кто смотрит эту программу, знает. И знает, что и он начинается... тот, кто не смотрит, знает. Начинается сегодня. Безусловно, это так. Сегодня у нас в Витебске начался Славянский базар 2024. Открытие у нас еще впереди, но фестиваль уже запустился. Все, уже первые концерты, самое начало уже к нам пришло, уже в пути. Кто не успел, тот, может быть, еще успеет на что-то попасть на нашем фестивале. Но, насколько я знаю, в этом году программа получилась невероятно востребованной со стороны зрителей, поэтому все, кто хотели оказаться на лучших местах, на лучших проектах, об этом позаботились. Они уже там? Еще там, весной, например. Заранее. Да. Ну вот подробнее мы поговорим о том, каким будет этот фестиваль, с чем мы начинаем этот фестиваль. Конечно, с главным человеком, который отвечает за этот фестиваль в нашем городе. Безусловно, кто бы это был? По традиции сегодня мы встретимся с тем, кто отвечает за базар для нас. Но сразу после афиши спланируем свой завтрашний день, а затем представим вам нашего гостя. В среду в концертном зале «Витебск» пройдет первый день 22-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024». Юные участники из разных стран мира выступят в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга. Главный дирижер Максим Расоха. В художественном музее откроется выставка акварелей «Живые истории». Известную таллинскую художницу Веру Станишевскую знают как мастера, работающего во всех областях графики, но пишет она и маслом. Нередко в ее работах можно видеть опавшие лепестки, раковину, виноградную лозу, бокал с вином, надкушенный или разрезанный плод. Все эти предметы несут в себе определенную смысловую нагрузку. Рок возвращается на главную сцену фестиваля. В среду на сцене летнего амфитеатра песни «Нашего времени» и «Золотые хиты предыдущих поколений» прозвучат в исполнении проекта Горшенев, групп Skynet, Motorroller, Коза Ностра, трибьют шоу Scorpions, Александра Яловских и других в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Дирижер – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин. А лялька для маленьких ледачоу и их батько приготовала интерактивно-познавальный спектакль «Лялечный карагод». Это веселая лекция у выконании незвычайных живых лялек. С допомогой лялечников яны расповедают про себе и своих коллег, знакомят с героями спектаклю, театральными фокусами, жартами и таямницами. На Колосовской сцене у першиню покажуть «Гамлета» на белорусской мове. Спектакль актуальный заусёды. Межи добра и зла, боротьба за уладу и философские роздумы про житё, чистиню и бруд почуттяў. Режиссер, заслуженный деяч мастацтва у России Александр Бармак и артисты Колосовского театра по-своему раскрывают таямницу «Гамлета» и пропонуют уласное разумение гениальной трагедии – сённяшнее доследование сутности человека. Вечером в концертном зале «Витебск» народный артист России Олег Газманов представит свой юбилейный концерт «55 лет на сцене». В живом исполнении Газманова и группы «Эскадрон» прозвучат любимые песни разных лет – от лирики и веселых танцевальных до глубоко патриотических произведений. Также артист обещает премьеры. Завершится второй фестивальный день молодежной дискотекой под открытым небом. На площадке перед концертным залом «Витебск» пройдут «Ритмы лета». На сцену выйдут Бурито, Филатов энд Кэрес, Артем Качер и другие. У нас в гостях сегодня, конечно же, Глеб Александрович Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Глеб Александрович, я не знаю, как вам удалось сегодня вырваться к нам, и я очень благодарна, что вы сумели это сделать. Спасибо за приглашение. Вам спасибо всегда, что вы приходите к нам. И действительно, сегодня передача такая традиционная. Вот накануне фестиваля от вас мы ждем рассказа о том, куда обязательно сходить, чего точно нельзя пропустить. Нам очень интересно, конечно, куда пойдете вы, хотя мы знаем, что вы всегда говорите, что вы не успеете, не попадете, но, тем не менее, хотелось бы узнать, что вас тоже лично интересует. Ну, давайте начнем с самого начала. Фестиваль 2024. Чем он должен нас изумить?
Ну да, действительно, первое, чем, наверное, удивляет наш фестиваль, это, в принципе, регулярностью своего проведения, что 33 года без всяких отмен, переносов, смен дат и так далее, мы проводимся вот в июльские эти самые жаркие, иногда дождливые, иногда даже прохладные дни. Но этот фестиваль особенный, начиная от его подготовки и заканчивая вот сейчас его реализацией, потому что готовили мы его не так, как мы привыкли. Мы привыкли готовить фестиваль более эксклюзивно, именно только фестиваль, но перед фестивалем были огромные мероприятия, которые тоже выпала честь готовить нашей команде Центра культуры Витебск. Мы их провели. Мне кажется, ну, с достоинством, по крайней мере, по отзывам наших горожан, это было действительно достойно сделано. И сейчас мы уже, вот мы с вами здесь находимся, а первый проект на сцене летнего амфитеатра уже стартовал. И в этом тоже есть новинка нашего фестиваля, потому что мы для себя открыли совершенно новую возрастную категорию, мы для себя открыли совершенно новое направление в творчестве. Кто-то критикует это направление блогинга и тиктокерства, кто-то его поддерживает, но мне кажется, это есть как явление. Конечно, и только от жизнь. Нас зависит, в какую обертку мы его обернем. Вот мне кажется, что «Славянский базар» — это тот проект, который даже с первого взгляда очень спорные направления в творчестве или вообще в субкультур оборачивает красивую обертку. Вот сейчас в амфитеатре находятся не только кумиры наших детей, сейчас находятся и победители нашего конкурса рисунка, и сейчас находятся все представители детского конкурса. Прямо в эти минуты их увидит многомиллионная телезрительская аудитория, их увидит шеститысячная аудитория в зрительном зале. Они получат свои счастливые номерки, под которыми уже завтра начнут выступать в детском конкурсе. Вот, наверное, в этом и есть особенность фестиваля, что мы из каждого проекта стараемся сделать событие. Ну и вот из всех этих событий складывается 33 года истории нашего Славянского базара. Глеб Александрович, смотрите, вот сейчас начинается наш фестиваль детской программой, для детей... Что я хочу сказать? То есть она детская программа, участники, дети. Но ведь она и рассчитана на детей, на семью, на семейные посещения этих концертов. Бабушки, дедушки, внуки, родители, все могут приходить. Но детская программа конкурсная, это же не единственная программа для детей в рамках фестиваля. Конечно, есть наши традиционные, это наш кукольный квартал, безусловно, который мы приходим с детьми. Это наш Dream Dance Fest, который приходят ребята посмотреть на таких же, как они, которые выступают, которые проходят огромные там отборы. Это наш, понятно, детский конкурс. В этом году у нас очень интересный новый проект «Союзное государство детям», и мы будем презентовать новое прочтение сказки о царе Салтане. Это будут огромное количество пленэров, выставок, на которых, конечно же, мы ждем детей. Для чего мы сделали этот массовый проект для детей? Чтобы дети, которые любят популярное творчество в их сейчас возрасте, тоже ассоциировали это творчество не только вот с телефонами, планшетами и компьютерами, а в том числе и с нашим национальным брендом, потому что 2 часа на свежем воздухе, в летнем амфитеатре, с красивыми артистами, с красивым контентом, красивым донесением этой информации. Вот мне кажется, что это хорошо. Конечно, конечно. Дети должны прям с детства окунаться в эту атмосферу, потому что это в любом случае атмосфера их родины, их города, вот прям в котором они родились. И уже как-то представить себе вообще жизнь без Славянского базара, это просто невозможно. Дети должны расти со Славянским базаром. Мне правда кажется, был, может быть, даже такой период, когда дети оказались так немного в стороне. Нет, фестивалей, получается, что все говорили, ну вот, программа, особенно в летнем амфитеатре, для тех, кому уже за, иногда что-то для молодых, а для детей ничего нет. И вот эти дети подрастут, и окажется, что они даже и не были в амфитеатре к этому моменту, ну, может, там, на последнем звонке. Вот, все, теперь эта несправедливость будет исправлена. Скажите, что касается конкурсной программы детской, ну вот насколько широко она представлена в этом году? В этом году у нас 15 конкурсантов из 15 стран мира. Конкурсанты у нас взросли с каждым годом, они у нас и поют с оркестром теперь национальным имени Михаила Яковлевича Финберга. Это слушайте, такие мне кажется, же... в прошлом году дети начали петь да, с оркестром. Да, все верно, в прошлом году, и мы эту практику оставили. Это вообще тоже выводит наш фестиваль на такой некий уровень высокий, потому что они приезжают в Минск, они репетируют сначала на базе столицы, после они переезжают уже с оркестром сюда. Как и взрослые конкурсанты. Все полностью, теперь у нас нету ранжирования. Никаких у нас открытое голосование, детям. Сразу же детки выступили, получают свои баллы, то есть все как у
у взрослых, все по-взрослому. Угу. Ну, по опыту прошлого года такая новая схема оправдывает себя? Это сложно. Это сложно с точки зрения организационной. И очень сложно, это накладывает особенный отпечаток на тех ребят, которые присылают свои материалы, угу. Выйти к профессиональному эстрадно-симфоническому оркестру не каждый взрослый может. Однозначно. А для детей это еще намного. Но это показывает и уровень нашего оркестра, и уровень работы наших творческих коллективов, да. То, что они находят вот эту вот золотую середину. Ведь оркестр может, ну знаете, когда скрипки грянут, может ребенок испугаться и вообще войти как в ступор. Минимум. А здесь находятся, ведь детки у нас от 8 до 14 лет. Угу. И в 8 лет, и в 14 лет это совершенно разный возраст детей. В 14 да. Это уже сформированный человек, конечно. А есть детки, которые совсем маленькие приезжают на Славянский угу. базар. Поэтому это индивидуальный подход, это огромная подготовительная работа. Но и это, опять-таки, раскрывает особенность нашего конкурса, что это не сугубо конкурс вокалистов. Это конкурс артистов. Неважно, маленький ты артист, большой ты артист. И, наверное, те инвестиции, в том числе и финансовые, которые делает наш фестиваль, благодаря тому, что мы очень хороший призовой фонд потом вручаем, наверное, uh-huh. в этом и есть вот такая особенность, что да, если ты собрался, если ты подготовился, если в тебя инвестировали родители, ты сам, твои продюсеры, продюсерские центры, то тогда ты получаешь результат. А насколько высок был интерес к этому конкурсу в разных странах? Потому что, понятно, дети где-то проходят национальные отборы, кто-то напрямую делегирует своих участников, дальше их отбирает дирекция. Вот по вашим наблюдениям, то, что, понятно, вы же, я думаю, вы лично даже отсматриваете многие, если не все эти заявки. Да, до 1 апреля со всех стран присылают нам заявки. Где-то это есть на уровне национального отбора, где-то это есть просто информация через наши дип-представительства, через наши каких-то друзей творческих, где-то случается конкурс в каких-то странах. Но в этом году было очень интересно. Обычно на взрослый конкурс у нас всегда больше конкурс, где-то 3-4 человека на место. В этом году это сохранилось. Но в этом году был больше конкурс на детский конкурс, да. Чем на взрослый. И это было очень сложно, потому что взрослых уже сформированных артистов тебе выбрать легче. То есть там у тебя есть какие-то даже своеобразные клише, тебе помогают коллеги, это экспертная комиссия. А вот детей, каждый ребенок, причем еще такая есть особенность, чем он меньше, тем он мимишнее, тем тебе больше, конечно. И тебе жалко и вот этого, да. и вот этого. Но у нас да. есть такие правила, что мы не выбираем дублирование стран, то есть у нас все равно от каждой страны один представитель, ну и вот так вот сложилось, что их в этом году вот столько. Вообще вот этот вот отбор, это, ну мне кажется, что это одна из самых сложных. Ну это субъективизм творчества. Если люди уже идут, на первом этапе в это творчество их окунают, конечно, родители в большей степени, mm-hmm. педагоги. И если люди уже берутся, знаете, как в спортивных соревнованиях. Если конечно, ты уже говоришь, да, что ты да. выполнишь такое-то, да. такое-то упражнение, значит, надо его выполнять. Mm-hmm. Если не выполнил, то значит... Да, понятно, что это конкурс, это путь, это преодоление. Что касается взрослого конкурса, ну, каждый год мы говорим о том, что все равно центральное событие – это, безусловно, конкурсы. Взрослый конкурс, так мы его по традиции продолжаем называть, взрослый конкурс. Ваня знает, что я никак не выучу за все эти годы. Ну, озвучишь же. Конкурс молодых исполнителей. Умница, да. Молодец. Это Ванина. Я делегирую ему это произнести правильно. Нет, но правильно называется конкурс исполнителей эстрадной песни. Умничка. Да. А, ты повторил то, что я обычно говорю. Ну, в любом случае, дважды умничка. Про конкурс. Расскажите нам, пожалуйста, в этом году, кто приезжает, там новые страны, мы говорили об этом, да, как обычно, есть тоже премьеры. Да, в этом году конкурс тоже очень сильный, очень интересный. Из-за того, что поменялось чуть-чуть формат конкурса, и второй день у нас теперь совмещен с закрытием. Да, но это тоже уже мы делали раньше там и по 20, и по 22 конкурсанта, сейчас мы ограничиваемся 13-15, вот примерно такое количество конкурсантов. Это тоже все по-взрослому, оркестр президентский. Во второй день это балеты, во второй день это огромные постановочные номера, и там я могу вам раскрыть тайны, то, что делает в этом году наша постановочная служба, там рояли создаются специальные, из которых будут и балерины, и голуби, там, и все остальное вылетать, и огромные там рейнские колеса, которые сами могут кинетически двигаться. То есть это задача раскрыть исполнителя и создать для него максимально приемлемые условия, чтобы он раскрылся не только как вокалист, вот я пою с оркестром, я молодец, а еще в первую очередь как артист, потому что и в жюри у нас не только люди-вокалисты, у нас и хореографы, и продюсеры, и потом действительно, как говорят наши именитые победители фестиваля, вот здесь я выступил, и нельзя сказать, что я проснулся мировой звездой, но я уже проснулся точно не тем мальчиком-девочкой, которые выходили на сцену, ко мне поступают какие-то предложения, коммерческие, некоммерческие, то есть у человека начинается красивая творческая жизнь,
дальше все в его руках. Я всегда вот так вот образно называю, что наши конкурсы — это как Министерство иностранных дел в государстве. То есть мы создаем все условия для того, чтобы вложить, инвестировать в этих представителей. Ну а дальше уже как сложится их судьба, их работоспособность, их успех, все зависит от них. Впервые в этом году у нас участвуют конкурсанты из Южноафриканской Республики. Как мы шутили, это самый ранний вылетевший конкурсант, чтобы добраться ему в Беларусь. Всех. Да, ему сложнее в связи с логистическими особенностями, но это показывает то, что наша славянская культура, наше гостеприимство белорусское, оно открыто для всего мира. И если люди узнают про нас, это очень приятно, если они предлагают свои творческие способности, конечно, мы хотим знакомить. У Славянского базара нет цели поработить славянской культурой всех. Но это же здорово, когда человек, готовясь уже к нашему конкурсу, он поет обязательно песню славянского автора, он демонстрирует свою какую-то национальную культуру. Вот в обмене культур и есть залог успеха славянского базара. Но жюри тоже международное, каждый с своей стороны точно так же оценивает. Ну, может быть, мы озвучим, кто будет управлять всей этой большой коллегией. Я и так много секретов раскрыл, поэтому надо оставить интригу, чтобы пришли люди. Да, ну и, конечно же, надо следить за всеми новостями на нашем официальном сайте. Там появляется самая актуальная, самая проверенная информация. И там и составы жюри, и составы конкурсантов тоже появились. Вот как, уже вроде началось все, но интригу все равно тянем. А вот скажите, еще одна интрига у нас такая традиционная, это открытие звезды на Аллее звезд. На Аллее звезд, да. Ну, площади, ну да, что, звезд. Тоже не скажете? Нет. Не за что. 11 числа, вы все узнаете. Послушайте, ну еще 2 дня терпеть. Терпите. Мы терпели целый год, чтобы никому не рассказать. Даже мы терпели и знали. В этом и наше отличие. Но мероприятие открытое, на закладку звезды, да, ведь все могут... Закладка звезды у нас в этом году немного переформатируется, и вот эта сама церемония вручения звезды и открытия этой звезды будет интегрирована в церемонию открытия. Поэтому тоже необходимо за этим следить. Тем больше, я думаю, что не только придет людей на открытие, да, к сожалению или к счастью, с марта месяца у нас нет билетов уже на открытие, но тем будет интереснее смотреть на сцену летнего амфитеатра в телеэфире, который организовывает телеканал «Беларусь-1», я думаю, что это будет тоже приятное и удивление. Хотя, ну, на самом деле, человек, я-то его уже знаю, вот который именно получит звание лауреата специальной премии президента Республики Беларусь через искусство к миру и взаимопониманию, это очень большой наш друг. И я думаю, что для многих это не будет удивление, а просто констатация факта. Что это уже заслуженная награда, которая логично нашла своего героя. Ну и в любом случае по Аллее звезд можно прогуляться всегда. Конечно. И посмотреть, и все это лишний раз опять для себя открыть. Скажите, Глеб Александрович, вот вы говорите, ну, на мой взгляд, очень важную вещь. Мне даже кажется, что она впервые звучит вот в рамках нашей программы, во всяком случае от вас. Вы говорите, что основная цель конкурсов, которые заложены в основу фестиваля, это не показ вокалиста как такового, а это показ артиста. Слушайте, ну мне кажется, что это тоже отличительная черта от огромного количества других фестивалей, потому что те границы, которые вот вы очертили. И теперь понятно, что глупо было бы сравниваться там, вообще глупо сравниваться, но в принципе, да, там не раз мы говорили, вот на Евровидении условно так, а у нас так, там на каком-то еще конкурсе так, а почему у нас вот так. У нас вот точно так. Не так, как на Евровидении. Ну, бог с ним, не в нем дело, а дело в том, что мы отличаемся от всех именно тем, что мы смотрим на то, как человек ведет себя и с точки зрения своего профессионализма вокального, и с точки зрения своего профессионализма артистического. Хорошо, вы не будете говорить, кто в жюри, но когда вы занимаетесь тем, что вы приглашаете людей в жюри, вы с этой точки зрения рассматриваете кандидатуры тех, кого вы приглашаете в жюри? Конечно. Не только с этой точки зрения, а понимаете, в чем сложность подбора жюри? У нас не голосуют эфемерные голоса, смс-ки, там, чаты, у нас голосуют реальные люди. И эти люди должны быть авторитетом для всех тех стран, которые приезжают. То есть мы не можем взять мегапопулярного артиста, например, в нашей стране, но его больше нигде не будут знать. И когда мы скажем, вот вас будет оценивать такой-то человек, да, он, может быть, не знает этот конкурсант из Южноафриканской Республики, например, фамилия, имя, отчество там и как он выглядит. Но если ты говоришь, что это, например, дирижер президентского оркестра, художественный руководитель президентского оркестра, то есть статус человека сразу понятен. И вот это основной посыл наш.
наш, чтобы эти люди, причем эти люди должны быть как организаторы, так и исполнители. Потому что, вы знаете, когда человек живет на сцене, он видит одно творчество. Когда человек организовывает то, что происходит на сцене, он видит другое творчество. Uh-huh. Если ты, например, создаешь клипы, и мы приглашаем очень часто разных клипмейкеров, то он видит совершенно другую сторону. И вот я в этом, наверное, есть. Действительно, из-за этого я очень люблю находиться в амфитеатре, в концертном зале, особенно теперь с открытым голосованием. Иногда происходят такие моменты, как на футбольном матче, когда аудитория начинает то есть она не соглашается открыто. Но в этом и есть. И очень часто бывает то, что на многих конкурсах такие, знаете, вот судьи там 8-9, 8-9, 8-9. У нас могут разниться оценки, могут кто-то поставить 10, а кто-то может поставить 6 или 7. Да. И вот в этом, наверное, и есть залог, то, что мы все равно получаем по среднему максимально объективное, насколько это возможно, мнение об этом артисте. Ну и понятно, что да, в открытом голосовании есть минус в том, что всего лишь один балл может решить. Если бы, например, мы делали закрытое голосование, вот собрались, да, члены жюри, и сказали, у этого 30 баллов, а у этого 31. Но, например, там кто-то дает ему второй. У нас двойным голосом обладает только председатель жюри, и в спорных моментах, когда вот эта разница 1-2 голоса, она или он, председатель жюри, может отдать свой голос в поддержку того или иного конкурсанта. Не более того. И аудитория уже видит. Поэтому, когда мы проводим церемонию награждения, это факт, констатации тех баллов, которые на протяжении 2 дней набирали наши артисты. А гран-при всегда присуждается или может не присуждаться? Нет, не всегда присуждается. А как вот лично вы к этому относитесь? Потому что я знаю, общаясь с разными членами жюри, многие говорят, ребята молодые, им нужны деньги для продвижения себя, для творчества и так далее. Если есть призовой фонд, надо присуждать, даже если человек не тянет на гран-при. Есть другая категория, которая говорит, если вручить гран-при тому, кто его не заслуживает, это понижает уровень всех остальных. Вы вот лично как к этому необходимо относитесь? Сказать, что в любом случае результаты нашего конкурса и насколько они объективны, это имидж нашего конкурса, да, почему люди там из Южноафриканской республики готовы там, лететь через весь мир, да, потому что это имидж, это престиж конкурса. Я, с одной стороны, как человек, который заинтересован, чтобы инвестировать финансово, заинтересован, чтобы 20 тысяч долларов гран-при отдавалось кому-то. Но здесь никто из организаторов, оргкомитета, правительства, министерства, никто не может надавить жюри и сказать, нет, вот все мы вручаем, или, например, предположим, мы хотим сэкономить, мы не вручаем. Это сугубо решение жюри. Зачастую гран-при – это отрыв не в один балл, это 3-4 балла. И есть еще особенность нашего конкурса, что гран-при нашего конкурса – это не только мнение жюри, но и мнение зрителя. И когда вот это совпадает, потому что под давлением аудитории, вы помните, вот у нас в этом году будет наш мексиканский друг Родриго Дель Кадена в жюри. А когда-то он приехал, да, человек, который не имеет широкого диапазона, но когда он спел «Калинку», или когда он спел «Беса Мамучо», жюри просто, ну вот это тот представитель своей и залом культуры, было бы зал, жюри, спорить, и они сказали, что, ну, ребят, ну, конечно, это гран-при. И вот артист. Гран-при — это что-то особенное, то, что должно... Да, где-то там, может, он и ноту какую-то сфальшивит, но вот в этом и есть особенность нашего конкурса, когда мы проводим организационные встречи с жюри, потому что люди приезжают там, ну, из разных стран, мы всегда говорим, что вот у нас особенность такая, и мы просим наше жюри оценивать именно вот не просто вокалист, насколько там хорошо к стойке с микрофоном вышел и спел ноту. Вот в этом и есть артистизм и интерес. И вообще, ну правда, мне, я не знаю, я удивляюсь, когда люди говорят, что они ходят только там на концерты или только на спектакли, выбирают какие-то для себя. Ну понятно, каждый волен выбирать то, что ему нравится во время Славянского базара. Хорошо, что есть что выбрать. Это, из чего выбрать? Это вы в этом виноваты. Но мне кажется, что, правда, самое интересное – это следить за вот участниками конкурса, правда, соглашаться, не соглашаться. Ну, мне кажется, что это вот это самое. Тем более самое можно интересное. Ведь стать, что называется, настоящим свидетелем истории того, как здесь звезда зарождается, и дальше у него совершенно как-то складывается. Да. Того же Димаша Кудайбергена мы можем вспомнить. Да, господи. Всех просто не перечислить, да. Глеб Александрович, ну все-таки давайте к другим программам фестиваля, потому что многие ждут от вас каких-то комментариев. Скажите, что вот, на ваш взгляд, ну, такое самое новое, самое, может быть, необычное, к чему-то у вас, может быть, есть личное такое отношение, о чем вы понимаете, что нужно сказать зрителям? Ну, мое личное отношение, оно всегда заключается в том, чтобы немного развеять мифы и стереотипы о Славянском базаре, ведь Славянский базар – это не только программа летнего амфитеатра. Очень многие люди
стереотипно именно так мыслят. И мы видим это особенно по новым площадкам, насколько с хорошими программами их трудно внедрить в наш фестиваль, потому что люди не понимают. Они вот ассоциируют Славянский базар и амфитеатр. Они даже амфитеатр многие называют Славянский базар. Я такой увидел указатель дорожный. Поэтому вот эта особенность есть действительно. Мы некие заложники этого, но тем не менее я всех этих зрителей и зрителей всегда адресую. Вы посмотрите, каждый на Славянском базаре. Потому что вот когда ты, например, встречаешься с какими-то людьми, которые говорят критику о Славянском базаре, и вот люди критикуют, и я им задаю всегда один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы программу смотрели? Так что смотреть? Ну вот у вас там 9 концертов и все, и там одна попса. Я говорю, то есть вы не знаете, значит, Славянского базара. Значит, вы должны просто хотя бы открыть сайт, он у нас сейчас удобный, очень красочный, и пересмотреть, начиная от выставок, начиная от огромного количества бесплатных мероприятий феста на семи ветрах, и заканчивая театрами, кукольными кварталами, филармонической программой, концертным залом, сольниками, опен-эйрами возле концертного зала, летний амфитеатр, парк Мазурина. И люди сразу такие, в смысле? Я говорю, так вот, за эту неделю проводится только программных более 200 мероприятий. Я говорю, вот если вы, изучив это все, не выбрали между там театром Маяковского, Гамлетом на Белорусском, Трубачом на Ла-Сальса или, например, церемонией там «Золотой хит» или церемонией открытия, вот тогда вы мне уже подскажите, что бы вы тогда хотели. И очень часто, когда люди не просто критикуют ради критики, мы потом списываемся через социальные сети, мессенджеры, и они говорят, ой, вы знаете, спасибо вам большое, мы так рады, что мы не постеснялись, там, не побоялись вот этот даже негативный отзыв написать. Для нас Славянский базар открылся совершенно в другом виде. И мы, конечно, сейчас тоже заинтересованы в этом, чтобы люди максимально широко смотрели на Славянский базар, потому что если раньше у нас была только одна большая площадка, это летний амфитеатр, теперь у нас есть точно такая же большая площадка, но танцевальная, это возле концертного зала «Витебск», это огромное количество мероприятий в концертном зале «Витебск», куда перенесены все сольные концерты. Вот хочется, чтобы люди видели, и я думаю, что тогда сложится правильное мнение о Славянском базаре. Кстати, а публика... Хотела спросить про сольники. Правда, я тоже сегодня... сегодня посмотрела, когда готовилась к программе «Сольники-то» в концертном зале «Витебск». Так уже несколько лет. Мне в статье выйти. Несколько лет. Останьтесь. Я... Хорошо, объясните, почему. Ковид. Мы очень сильно пересматривали программу. Если вы помните, раньше у нас фестиваль был 2 недели. И с точки зрения экономической, и с точки зрения организационной, на наш взгляд, это не очень хорошо. Мы сейчас уже, если вы видели программу этого года, некоторые сольники с прошлого года начали отправлять на площадку у концертного зала. В прошлом году был Сергей Лазарев, в этом году Ани Лорак. Но есть изначально такие сольные программы, которые, я не могу сказать, что они несопоставимы с амфитеатром. Да, наверное, бы эти артисты, они бы и 6 тысяч собрали зрителей. Но у нас стоит выбор сделать большой сборный концерт, либо сделать сольный концерт, потому что программа фестиваля, его технические возможности вырастают. Вы просто даже, может быть, не представляете, что такое сделать 2 концертных программы в сутки на сцене летнего амфитеатра. У нас работают лучшие режиссеры, у нас работает уникальный технический персонал, потому что нигде в мире на таком уровне это провести невозможно. У нас люди работают просто с колес, без репетиций, без траков. Я не представляю, как телевизионщики оказываются вот в определенном месте просто по бумажкам, потому что им говорит там режиссерско-постановочная группа, что в этом номере на 2 минуты 31 секунда летит там квадрокоптер. И они успевают. То есть Славянский базар — это не потому, что я ближе всех к Славянскому базару, я потому что знаю конъюнктуру всех проектов, и которые раньше проводились, и которые сейчас проводятся. Нету аналога ни в организационно-технической, в программной, понятно, уже это очень сложно собрать. Я соглашусь с вами, что вот эта организация нашего фестиваля, она абсолютно уникальна, и, тоже в моей жизни приходилось мне видеть какие-то еще фестивали, и я точно, прям с ответственностью заявляю, что наш фестиваль, он особенный по организации, да, и действительно, в амфитеатре организовать несколько концертов подряд, а еще когда они там были ночные, и по 3 было, и элементарно убрать надо между первым и вторым.
Я не говорю про то, что надо переставить свет, надо переставить декорации, надо переставить другие микрофоны, надо все переделать, а это время, и это все должно быть сделано профессионально, чтобы люди пришли и получили удовольствие. И артист, чтобы тоже получил удовольствие от своего выступления и не схалтурил. Это невероятно важно. Ну, многие зрители, как бы, и у меня спрашивают, как будто я могу ответить на этот вопрос. Вот почему? Почему же так? Вот, казалось бы, Ани Лорак собрала бы целый амфитеатр, но ей предложили вот площадку на улице. Ну, там, кстати, еще, может быть, и больше соберет, потому что она во-первых, позволяет... площадка такая же по вместимости, примерно 5,5-6 тысяч. Вы знаете, еще есть артисты, вот я с чем столкнулся, почему «Ритмы лета», например, начали проводить мы тоже на площадке у концертного зала. И в этом году мы, между прочим, вот опять-таки по обратной связи людей, мы полностью ее переформатировали, она у нас совершенно по-другому, и локация по-другому стоит. Но это позволило, конечно, наш ремонт сделать. Но сейчас я не об этом говорю. Вот в нашем амфитеатре очень хорошо что-то смотреть сидя. Ну, конечно. Когда ты начинаешь танцевать, ты, во-первых, причиняешь неудобства другим людям. Да, кто-то стоит. Во-вторых, молодежь мне всегда говорит: Глеб, слушай, ты же вроде бы как бы не старик, ты когда-нибудь танцевал? Я говорю: ну, вы знаете, мое место там, где никто не видит, и передо мной никто не сидит. Поэтому я танцевал в амфитеатре, не буду скрывать, мне никто не мешал. Это ты бьешься коленками о сиденье, которое стоит перед тобой. Ну, и когда изначально программа, например, той же Ани Лорак, она заявляется как танцевальная, и ты окунаешь людей, что они должны как бы, ну вот, себя вести скромно, ну, значит, ты как бы подмену понятий уже делаешь. И точно так же вот «Ритмы лета», точно так же, как мы в этом году делаем танцплощадку впервые и сразу после открытия, у нас будет проект. Это называется то, что мы не дотанцевали. Приходите, мы дотанцуем на танцплощадке. Ну, вот да, поэтому, все завелись, да, зарядились. Да, 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 да. Вот поэтому и мы делаем. И это, опять-таки, в рамках не растянутой двухнедельной, а вот компактной недельной программы фестиваля нам позволяет реализовать больше проектов. Да, мы в этом году чуть-чуть поступили своими принципами и взяли дополнительно 2 дня до открытия. Вообще у нас как бы так было уже заведено, и мы договорились с коллегами и с оргкомитетом, что будет 1 день. Но опять-таки, потому что мы очень хотели и рок вернуть, потому что, вот, например, практика прошлого года рока, мы поняли, что рок — это более среднестаршее поколение. И они уже не так, как мы на «Ритмах лета» будем танцевать там, под Филатов и Кэрос там, или под Качера. Вот, поэтому тоже есть особенности. Но самое главное, что мы это видим, мы на это реагируем, и в большинстве случаев мы реагируем как раз-таки по запросу зрителей. Потому что на нашем фестивале самый главный — это зрители и артисты. Конечно. Да, вообще зритель самый главный на нашем фестивале. Он должен получить удовольствие. Скажите, куда вы считаете, нужно обязательно сходить? Что нельзя пропустить в этом году? Ой, ну, у меня субъективное мнение. Как директор я, наверное, бы хотел посетить все. И я с точки зрения только организационной, мне важно, чтобы все вовремя началось, чтобы запуск людей произошел, чтобы залы были аккуратно убраны, чтобы артистам было комфортно, зрителям и так далее. Но я могу сказать, что на каждой из площадок есть что-то уникальное в этом году. Вот, например, уникально то, что мы на сцене летнего амфитеатра делаем рок впервые с огромным, наверное, самым большим оркестром нашей страны, оркестром Белтелерадиокомпании. И уникальный проект тем, что там не только будет советский рок, там «Короля и Шута», да, Горшенев приезжает, брат, и наши белорусские группы, ну, приезжает официальный трибют «Скорпионс», и мы составили эту программу, то, что люди, вне зависимости, любите вы мировой рок, классику, либо советский, либо белорусский рок, вы это все услышите. Если говорить о театральной программе, ну вот мне прям кажется, что в этом году она... Мне каждый год я очень большое внимание этой программе уделяю. Она прям, ну вообще вот эксклюзивная. Вот я уже сегодня говорил, и «Гамлет» на белорусском языке, и проекты, посвященные 80-летию освобождения Беларуси, и «Зори здесь тихие», я в списках не значился. Вот к нам приезжает легендарный театр Маяковского показывать свой русский роман. К нам приезжают наши друзья на Юго-Западе, к нам приезжает театр Янки Купалы, к нам приезжает с новым вообще проектом, тоже опять-таки такой экспериментальный вариант. Мы создаем с оркестром «Россия», который всю жизнь отработали с Людмилой Зыкиной, создаем проект, посвященный ее творчеству. И на сцене концертного зала пластический спектакль Егор Дружинин представляет. Вот это только одна театральная наша программа. Необходимо сказать, что филармоническая программа тоже. Ну, во-первых, джаз на органе. Это тот проект, который мы уже очень давно ждем. Это интересное по своему звучанию.
Казанью. Это впервые прозвучит на нашем фестивале, и мы постарались задействовать наш орган, потому что орган есть, да. А мы никогда его в рамках фестиваля вот как-то не обращаем на него внимания, но опять-таки найти как-то по-особенному. К нам приезжает Нелла Сальса, это трубач из знаменитого композитора Морриконе, там несколько Грэмми, несколько Оскаров. Ну, то есть это само. И опять-таки мы его интегрируем с нашим оркестром Иванова, когда мы вот и с Марио Стефано Петрадарки и с Нелло разговаривали, когда он слышит цимбалы, то есть он вообще не понимает, говорит, ребята, вы там вообще в своем уме, какой там, джазовый коллектив, симфонический, я понимаю, какие цимбалы. И когда мы, например, референсы начинаем отправлять, что это звучит вот так. Люди вообще, для них открываются, что цимбалы, какие цимбалы, откуда там цимбалы и так далее. Вот мы с оркестром Иванова делаем. На цимбалах играем рок. Да, ну и классика, и все, и все остальное, да. Вот поэтому, ну нельзя сказать, или, например, там мы делаем проекты в концертном зале «Витязь». Понятно, что там череда и детского конкурса, и танцевального фестиваля, и сольников, но мы делаем впервые фестивали побратима, «Кавказ Мьюзик Фест». Целый огромный проект приедет к нам на проект. Ну, то есть, ну вот мне кажется, вот в этом будущее нашего фестиваля, и плюс еще его образовательная программа, плюс его духовная программа. Мы в этом году отмечаем 5-летие нашего проекта «Славянский благовест» с нашим Федеральном соборе, десятилетие феста на семи ветрах. То есть, ну вот, вот это все собирается, и получается Славянский базар такой, какой он есть. Конечно же, каждый год не все получается то, что бы мы хотели. Но у нас, значит, есть куда задел еще идти и стремиться. Да, да, да. Я тебя перебиваю? Глеб Александрович, вы человек довольно открытый в социальных сетях. Вы представлены много где, и наверняка получаете разные сообщения от людей. Я уверен, что вы и реагируете на них, безусловно, в ту же секунду. Вот что чаще всего вам пишут? Ну, помимо того, что, я понимаю, кто-то доволен, кто-то недоволен программой, но что еще вот прилетает в ваш личный почтовый ящик? Ну, все правильно, Иван, говорите. В первую очередь, это я доволен, я недоволен. Это такие, знаете, свои личные какие-то предложения. Ну, вот я говорю, что эти личные предложения. Чаще всего, допросят меня наши зрители, на хорошие меньше всего откликают. Там, лайк поставил и пошел. А вот если что-то приходит негативное, конечно, мы это приходится все отрабатываем с нашей командой Центра культуры. И иногда даже не только с нашей командой. Иногда приходится привлекать и специалистов смежных каких-то там, и расселений, и питания, и так далее, и тому подобное. Потому что, ну, когда чем больше фестиваль, тем больше в нем... Вы знаете, если, как говорят классики, если вас не оговорят, значит, вы уже умерли. Поэтому, а плохое или хорошее, всегда важен баланс. Вот, ну, про нас, конечно, больше хорошего, но, тем не менее, эти для развития фестиваля больше дают как раз-таки стимула, критика. Это критика. Конечно. Когда она конструктивная. Ну, то есть, мне не нравится, потому что мне не нравится. Это глупо. Я делаю примерно не так подходит. Же тоже. Сердечко поставил и думаю, живите со своим «не нравится» дальше. А еще, конечно, когда мы плейлисты составляем, шорт-листы наших концертов, они опять-таки берутся от того, есть открытые опросы, которые мы проводим, вы про них прекрасно, как никто другой знаете, есть какие-то закрытые опросы, есть просто какая-то аналитика. Ну и, конечно, вот дальше общение. Иногда ты просыпаешься, у тебя Инстаграм там просто забанен какими-то сообщениями, потому что фан-клуб какого-то артиста, которого не пригласили, в этом году хочет, чтобы его пригласили. И начинается вот этот вот... Причем активизируется, наверное, вот именно сейчас, да, за день до открытия. Уже... Пригласите, да, когда... пригласите его завтра. Да, поэтому я вижу в этом только положительно, я вижу в этом большой-большой плюс. Ну и это, опять-таки, у нас все наши аккаунты, они открытые. А вот как часто туда прилетают такие дельные предложения от каких-нибудь театров, от каких-то продюсерских центров, от каких-то других стран, когда они говорят, вы знаете, вот наша площадка, она, наша, в смысле, имею в виду Славянский базар, она вот нам хорошо была бы для того, чтобы вот как-то заявиться, да, и подружиться, может быть, в будущем. Вот насколько такие серьезные предложения бывают? Ой, вы знаете, мы решаем и серьезные, и несерьезные. Вот у нас сейчас мы проводим культурную операцию по тому, чтобы сделать одному из конкурсантов сюрприз. Вот. Потом мы, иногда наши бывшие участники хотят тоже к нам приехать и пишут: Глеб, там, помогите нам, пожалуйста, там, забронировать номер или забронировать билеты там, и так далее. То есть уже больше такое, как бы, ну, доверительное общение. А то, что касается предложений, чаще всего они приходят официально. И в этом году очень много таких было предложений. И мы на них, как государственное учреждение, и официально отвечаем, потому что, ну, чтобы вы понимали, это же, конечно, вершина айсберга, то, что мы видим в программе. Это вот же огромная именно. Организационно-финансовая работа. И иногда то, что мы хотим, мы по объективным, субъективным причинам, либо по какой-то технической организационной стороне не можем принять. Иногда, и зачастую это бывает по финансовой стороне. И особенность фестиваля сделать же его еще доступным.
Ведь никто же, да, правильно, не может лимитировать. Вот 230 рублей будет самый дорогой билет или 500. И очень многие зрители лестно отмечают, что, блин, вот почему мы вот ездили, нам, например, в Минск или в Гомель на мероприятие, там выступал один этот артист и стоил билет дороже, чем на вашу сборку. В этом тоже есть особенность фестиваля, то что фестиваль уже за свое время, за свою 33-летнюю историю, 33-летнюю историю, зарекомендовал себя. К нам многие артисты приезжают как к друзьям. Друзьям, и это позволяет совершенно другая гонорарная политика, совершенно другие условия. Ну, опять-таки, да, не будем скрывать, что самый острый вопрос — это проживание в нашем фестивале. И мы, в частности, да, если бы этот артист ехал куда-то просто с гастролями, он бы написал в райдере «гостиница 5 звезд». И если бы у вас не было этой гостиницы 5 звезд, как, например, у нас, он бы не приехал. А мы проводим переговоры там каким-то бытовым вопросам. Вот в этом и есть особенность фестиваля, то что, да, это не новый какой-то проект, куда надо объяснять, что это, как это. Люди нам доверяют, ну и самое ответственное, самое, наверное, важное — не подвести их ожидания. Потому что вот, ну, если ты много-много-много делал добра и один раз где-то облажался, то все, может все добро забыться, конечно. И вот это вот твой пролет, он будет запомнен. Конечно. И самое главное, что это потом отражается на эмоциях, на настроении артиста, того или иного, который приезжает на Славянский вузат. Вот, Глеб Александрович, вы очень много говорите сегодня об организации фестиваля. Я вам хочу сказать, что для многих-многих зрителей это самое интересное. Потому что программа фестиваля, она всегда своя, всегда особенная, но тем не менее все ее ждут и все понимают, что она будет. И все-таки, наверное, большинство понимает, что она будет разнообразной на разных площадках. Но я хочу вас попросить рассказать немножко о вашей команде. Потому что вы действительно круглый год фактически занимаетесь. Один год переходит в следующий год, и в следующий год вы занимаетесь организацией. Я понимаю, что очень многие люди с вами очень долгие годы. Кто-то даже старше вас и дольше вас работает на этом фестивале. И есть свои традиции заложенные, есть своя специфика, о которой вы говорите. Вот расскажите нам немножко о вашей команде, потому что это очень важно. Делать такое грандиозное дело, ну, это нужно стать профессионалами, а этому ведь нигде не учат. Ну да, это совершенно вы правильно отметили. Самая главная традиция на Славянском базаре заложена – не подвести. И мне кажется, порой, когда приходят какие-то, прям ком в горло даже подходит, когда приходят какие-то просто сногсшибательные, завиральные идеи, нерешаемые вопросы, самолеты не летают, поезда не ходят, я понимаю, что неважно даже, кто у руля, это все равно случится. Потому что люди, самое главное, живут с целью не подвести. Память тех людей, которые раньше готовили фестиваль. Ответить на все вызовы. Последние годы, они сложные для фестиваля, ну, в принципе, они сложные для творческих людей, потому что мы попадаем и под политические прессинги, кто-то нас любит, кто-то нас не любит. Вот вы знаете, Славянский базар, благодаря и нашему правительству, нашему главе государства, у нас нету списка, какую страну пригласить, какую не пригласить. Мы приглашаем всех. Но когда мы приглашаем людей, и люди к нам приезжают, многие говорят, а что надо сделать? Вот надо какую-то там эту присягу принять. Я говорю, нет, смотрите, у нас слоган написан «Через искусство к миру и взаимопониманию». Вы согласны с этим? Приезжайте. Если у вас какие-то другие инсинуации вас беспокоят, ну тогда лучше подождите, вы приедете в следующий раз. Поэтому вот, наверное, это самое главное в фестивале. В фестивале люди. И нельзя сказать, что это только команда Центра культуры. Потому что Центр культуры — это огромное учреждение, 8 филиалов, 35 коллективов, 3000 участников. И мы в этом живем каждый день. Это огромное количество еще тех людей, которые к нам примыкают. Это и режиссеры, это постоянно действующий оргкомитет, который ты можешь по твоему, по одному звонку из Витебска набрать любого министра, любое должностное лицо. Если это касается Славянского базара, значит, это касается нашей страны. Это наш имидж. И вот, наверное, ты не можешь это посрамить. Вот это самое главное. Ну и, конечно же, тебе хочется, чтобы, когда тебя больше кто-то уколол, доказать, что у нас Славянский базар — это самое крутое. И я могу сказать, что наша команда Славянского базара — это лучшая команда. Потому что то, что делаем мы, я думаю, что многие даже еще
до этого не долетят очень многие годы. С такой-то школой жизни это неудивительно. И события вот последних дней, да, мероприятия, вот, которые еще буквально на слуху, хотя уже надо переключаться на фестиваль, это доказывают. Вот, например, да, тоже форум регионов, и я плавно хочу перейти к Дням союзного государства, которые когда-то были Днем союзного государства на Славянском базаре. Сейчас программа стала гораздо шире и затрагивает не только амфитеатр. Насколько тоже этот проект важен, и все-таки не будем забывать, что Славянский базар — это все же проект, в том числе, к которому имеют отношение союзное государство очень большое. Ну, это очень важно, это очень нужный проект. Во-первых, союзному государству необходимо сказать огромное спасибо, потому что это еще и финансирование идей и проектов, которые реализуются. Это такая закладка не коммерческого, а стратегического планирования культурного нашего интеграционной структуры. И вот Иван правильно заметил, когда-то это был один день, и как бы фестиваль не расширяется, а проектов внутри становится больше. И вот меня сегодня спросили, слушайте, а как вы в один день проводите, например, саммит министров культур ШОС и союзное государство? Я говорю, а вы знаете, что еще в это время проходит День Пакистана, День Австралии там, и так далее и тому подобное? То есть у нас нету никакой внутрипрограммной конкуренции. Те люди, которые хотят у нас проводить свои мероприятия, мы открыты, и мы готовы выложиться, разбиться вот в доску, но чтобы всех и принять, и организовать, и удивить, и подарить какое-то вот наше витебское такое особенное им теплоту и отношение и так хотел далее. Сказать, это наше белорусское, даже не белорусское, а вот наше витебское. А домашнее. То, что касается Дней союзного государства, это огромный концерт на сцене летнего амфитеатра, «Народное братство дороже всякого богатства» он будет называться. Это наш новый проект «Союзное государство детям», это сказка о царе Салтане, это приезд Александра Зацепина, он сам будет лично презентовать это произведение, новое совершенно. Это наш уличный проект, на котором помимо наших городов-побратимов, приграничных городов, появляется еще специальный гость. И в этом году этот специальный гость будет Ленинградская область. Это наше мероприятие в филармонии, сольный концерт Оскара Абдразакова вместе с нашими артистами белорусскими. Мы их будем посвящать 80-летию освобождения Беларуси. Это круглые столы, выставки, конференции. И самое главное, что мы через все это красной линией проносим дружбу. Вот Славянский базар — это тот фестиваль, на котором принято дружить. Мы не объединяемся против кого-то. Мы объединяемся для того, чтобы вместе дружить во имя процветания нашей страны, ну и всех стран, которые к нам приезжают. Дружить — это, по-моему, тоже такая какая-то, я не знаю, традиция, что ли, вот которой 33 года как минимум, правда, да. И те, кто, я не знаю, работал на фестивале вот очень давно, кто просто приходил на фестиваль, кто любит фестиваль, и вот все эти годы с ним, безусловно, с вами согласятся, потому что мы переживали разные времена, и было более интересно, менее интересно, возможно, для кого-то, да, но это тоже нормально ведь. Но всегда вот это какая-то наше, ну, может быть, белорусское, витебское гостеприимство, оно всегда действительно во главе угла. Сколько стран в этом году у нас? Более 30 стран мы ожидаем в этом году. Они уже аккредитовываются. Мы уже сегодня видим, что это совершенно будет не даже 5000 участников. Мы так везде анонсировали, что 5-5, но думаю, что это перевалит даже за 5,5, потому что в этом году добавилось. И мы тоже гордимся, что именно, по большому счету, первая культурная инициатива. Вот буквально несколько дней назад мы стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. И первая инициатива белорусская, она является культурной. Мы будем проводить форум на уровне министров культуры стран ШОС 12 июля. Он пройдет на разных площадках, в концертном зале в формате саммита и на площади Победы. Там будут представлены национальные культуры и выставочные, и там будет представлена и концертная программа. Поэтому мы гордимся этим, то, что Славянский базар где-то задает вот свои такие тренды, свои какие-то направления. Ну, а другим... Вот витебщина, она же еще чем уникальна, что такой Славянский базар, по большому счету, есть в каждом маленьком райцентре. Где-то Вишневый фестиваль, где-то Журавы, Журавлины, да, где-то Дубровинские, Проднепровские голосы. И вот, наверное, как Двина наполняется разными реками, точно так же и наш Славянский базар, потому что к нам приезжает огромное количество, конечно, наших районных центров, они создают вот эту всю эйфорию на улицах, на площадях, и это очень здорово, потому что, ну, сопутствующие мероприятия, вот люди говорят, мы не любим попсу и вашу фонограмму, мы не пойдем на Славянский базар. Я говорю, это вы имеете в виду, вы не приедете в Витебск? Нет, в Витебск мы приедем, мы не пойдем на Славянский базар. Я говорю, куда? Ну, в амфитеатр, у вас там фонограмма. Я говорю, ну хорошо, тогда сходите в филармонию, там, где невозможно включить фонограмму, ну, вдруг
может, еще и зайдете на амфитеатр. И то есть вот с людьми иногда... А люди действительно приезжают просто вот почувствовать эту фестивальную атмосферу в городе. Да. Я всем говорю, что, к сожалению, вот в этом году, к нашему счастью, но, к сожалению, зрительскому, ну, невозможно найти билеты. И, конечно, когда люди звонят, мы за любые деньги готовы купить. Mm-hmm. Когда я смеюсь, когда на Куфаре перепродают билеты. Между прочим, тоже необходимо сказать, уважаемые зрители, будьте очень аккуратны с приобретением билетов не от официальных представителей наших билетных операторов, а вот так вот с рук, потому что мы сталкиваемся с тем, что когда человек приходит, он просто не сканируется этот билет. Это, mm-hmm. ну, такое мошенничество mm-hmm. своеобразное. Но, тем не менее, у нас есть классная возможность того, что город все равно принят всех. Угу. В эту атмосферу ты окунешься. Ну и благодаря всем нашим трансляциям, в том числе и через сеть интернет, мы можем показать, что происходит. То есть удовлетворить этим контентом нашего зрителя. Глеб Александрович, минуточка остается до конца программы. Я должна задать вам традиционный вопрос. Уже сколько раз вы приходите, мы всегда им заканчиваем. Куда вы пойдете? Я пойду на Славянский базар. Я пойду на Славянский базар, и я вот точно так же, как и я поступаю, все равно надо найти обязательно еще время прогуляться с семьей. У нас есть такая традиция, в субботу мы выбираем где-то 2-3 часа. Ну, суббота по нашему фестивальному мнению, это такой самый лакшери день. И обязательно проходимся, потому что вот, ну, и то народное творчество, которое на площадях и на улицах, и те даже фудкорты, и каждый что-то привозит такое особенное, то, что ты в каждой повседневной жизни можешь только в каких-то ресторанах потом попробовать. Uh-huh. Вот надо и взять родных, близких, выйти на улицу, пока еще есть время, пригласите, пускай кто-нибудь к вам приедет, чтобы мы показали, как мы, белорусы, как мы, витебчане, можем праздновать такой большой праздник. Спасибо вам большое за то, что пришли. Мне кажется, интересный у нас сегодня с вами разговор получился. И фестиваль начался, и атмосфера, это уже вот прям вот она уже выливается. И мне кажется, что вы и эта атмосфера сегодня добавили. Да, только у вас не хватает васильков, надо вот вам будет передать букетик. Да, пожалуйста, мы ждем от вас букетика. Хорошо. Хорошо, договорились. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли. Спасибо. 33 счастливых лета. Любимый праздник вновь собирает друзей. С 9 по 15 июля в 33 раз пройдет международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. С популярными песнями, зажигательными танцами, ярким шоу и улыбками тысяч зрителей. Добро пожаловать в бесконечность искусства. Ищите подробности на сайте и в официальных сообществах фестиваля. Вернулась я к тебе за барную стойку, но, честно говоря, вот мне прям хочется, вот передача закончится, я пойду, выйду, пройдусь по городу. Ни в коем случае не смею ни на секунду оттягивать этот великолепный момент для моей коллеги, но я должен, конечно, озвучить очередное счастливое слово, потому что многие наши телезрители после такой насыщенной беседы, я понимаю, могли вообще забыть тот момент, что о нашей программе 10 лет, и мы мы разыгрываем 10 очень крутых призов, многие из них уже разыграны, вот сейчас в июле мы разыгрываем лодку, вот как и Славянский базар, да, когда-то вот как назвали корабль Славянский базар, и вот он поплыл, и мы сегодня его знаем. Может быть, для кого-то именно эта лодка станет началом тоже чего-то такого нового в жизни, развлечения, важного. Отдыха, да. Счастливое слово сегодня — это веселье. Его вам нужно записать, запомнить, потому что в конце месяца из всех счастливых слов нужно составить небольшой рассказ. Этот рассказ после специального анонса прислать нам в Инстаграм, и среди авторов всех рассказов мы разыграем эту лодку. Но это еще не все. Осенью, в день рождения нашей программы, среди авторов всех рассказов всех месяцев мы разыграем наш главный приз — это путешествие. Подробности акции вы найдете на vtv.by. Ну а всегда дособирать недостающие слова или пересмотреть наши выпуски вы можете в нашем YouTube-канале телерадиокомпании «Витебск». Найдите, зайдите, подпишитесь и обязательно оставляйте комментарии. Как говорил наш сегодняшний гость, мы готовы к любым комментариям, так что, пожалуйста, будем рады. Я хочу и могу сказать только то, что сегодняшний финал нашей программы тоже будет традиционным. Как обычно, пока молодые исполнители нынешние 24-го года еще не приехали в Витебск, но мы можем вспомнить тех, кто участвовал в этом конкурсе в прошлом году, и сейчас вы вспомните выступление на прошлогоднем фестивале нашего белорусского конкурсанта тогда Самира Елчиева. Вам мы желаем нескучного вечера и будем жить фестивалем эту неделю. Всего доброго. Пока. До встречи.
нас подмазать.